Вот уже полвека эта певица радует нас своим творчеством. Обладательница 8 премий Грэмми. Благодаря артистизму, темпераменту и сценической экспрессивности, ее называют королевой рок-н-ролла. Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира, а журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности. Пять секретов красоты от Тины Тернер. Первый. Конечно, в свои 70 лет я немного постарела. Бывают периоды, когда я расслабляюсь и плохо выгляжу, но все равно продолжаю любить себя. Пожалуй, это главный секрет ее молодости. Сегодня она живет с любящим мужчиной. После 8-летнего перерыва в сольной карьере снова покоряет сцену. Мой секрет? Я забочусь о себе и живу именно той жизнью, которой хочу. Второй. Тина обожает тайскую и итальянскую кухни, но еще больше она любит свою фигуру, поэтому лакомство она позволяет себе довольно редко. «Я не нагружаю себя конфетами, пирожными и жирной пищей», — говорит Тина. «Я действительно люблю здоровую пищу и наслаждаюсь ею». Кроме того, актриса не ест после 6 и в день выпивает более 4 литров воды. Звезда призналась, что жесткую диету она пробовала только один раз в жизни, когда в течение недели перед турне сидела на кабачковом супе. Как правило, меню Тины такое. Завтрак. Салат из бананов, киви и дыни, зерновой хлеб. Обед. Куриная грудка и салат. Ужин. Семга с соевым соусом и рисом. Ну и чтобы рацион был полноценным, она не отказывает себе во фруктах, овощах и орехах. Также Тина уверена в полезности натуральных специй. Третий. Звезда часто повторяет, что секрет ее красоты – гармония с самой собой. «Я не использую особые кремы и косметику», – говорит Тина Тернер. «Думать, что вы – это то, что вы на себя намазали – огромное заблуждение. Я уверена, что во многом внешний вид зависит от того, как вы себя чувствуете. Тернер – буддистка». И она не устает повторять, что залог ее красоты – это любовь мужа и регулярные медитации. Четвертый. Главный секрет актрисы – постоянные занятия энергичными танцами, причем даже дома. Кстати, Тина до сих пор посещает клубы. Особенно она любит сальса-вечеринки. Кроме того, она каждый день проходит 15 километров вверх и вниз по лестнице. При таких тренировках упругие ягодицы и накачанные ноги обеспечены, уверяет нас звезда. Кстати, программа тренировки Тины всемирно известна. Она называется Tina Turner Legs Workout. Сногсшибательные ножки Тины застрахованы на 10 миллионов долларов. Пятый. Несколько хитростей Тины Тернер. Одевайтесь сообразно своей внешности и фигуре. Возраст – это последний критерий. Если вам действительно идут мини-юбки и каблуки, смело носите их в любом возрасте. Скажите «да» качественному автозагару или бронзату для ног. Это делает их визуально стройнее. Не пренебрегайте хорошим моделирующим бельем. С возрастом тело теряет былую упругость. Откажитесь от алкоголя, но иногда позволяйте себе бокал красного сухого вина за ужином. Гордитесь своим возрастом. Каждый прожитый год делает вас женственнее и мудрее. И зажигайте! Кто досмотрел до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.